Один человек погиб, один госпитализирован в результате несчастного случая на строительной площадке в Набережных Челнах. Оба рабочих упали с самодельной люльки, которую поднимал подъемный кран. Конструкция перевернулась, и люди с высоты нескольких метров упали на землю. Момент трагедии в репортаже Натальи Мезиной. Момент трагедии на стройплощадке попал в объектив видеокамеры. В субботнее утро 58-летний рабочий и его 26-летний коллега поднимались на самодельном подъемнике. Это металлические решетки высотой 90 сантиметров. Снизу конструкция была укреплена деревянными поддонами. В какой-то момент на высоте нескольких метров от земли подъемник опрокинулся, и люди упали вниз. В результате падения с высоты нескольких метров старший мужчина скончался по дороге в больницу, второй был госпитализирован. Делом заинтересовались в прокуратуре. По данным ведомства, несчастный случай произошел из-за нарушения рабочими техники безопасности. На место происшествия выезжал прокурор Автограда Дмитрий Ерпелев. В тот же день по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ». Расследование взято на контроль в прокуратуре. 26-летний коллега погибшего сейчас находится в больнице. У него травмы позвоночника. Состояние пострадавшего врачи оценивают как удовлетворительное. Наталья Мизина, Айрат Назипов, вызов 112. Мы с теми, кто спешит на помощь. Смотрите программу «Вызов 112» на нашем сайте и YouTube-канале ТНВ.